Как запланировать счастливый год? Как улучшить финансовую удачу? Как наладить личную жизнь? Об этом мы поговорим с вами на нашем мастер-классе. Я, Орехова Дина, приглашаю вас вместе со мной совершить волшебное действие. Сделать карту сокровищ. С картой сокровищ я знакома очень давно. Прочитала где-то в какой-то книжке, очень понравилось все. Рассказывала зажигательно всем своим подружкам, но сама, честно вам признаюсь, ни разу не доделала эту карту до конца. А многие мои подружки, наоборот, слушая меня, видно, я так им это все рассказывала, делали свои карты и, о чудо, получали свои суперрезультаты. Например, у меня есть очень хорошая подруга еще с училища, которая живет в Чебоксарах, и ей нужна была очень работа. Так как у них в регионе с работой было достаточно тяжело, а я занимаюсь подбором домашнего персонала, я сказала, хорошо, когда что-то будет, я тебе позвоню. И в то же время поделилась с ней информацией по карте сокровищ. Когда мы с ней встретились уже в Санкт-Петербурге, я ей нашла работу, она приехала, посмотрела на место своей будущей деятельности. Она мне сказала, ты знаешь, вот все, что я сейчас имею, вот то, что ты сейчас мне предложила, все это я отобразила на своей карте сокровищ. То есть финансы, определенную сумму, которая должна мне прийти в этом году. Она отобразила загородный дом, еще там какие-то моменты. Но, тем не менее, я ей предложила работу, которая ей принесла хорошие дивиденды именно в загородном доме, где она занималась именно тем, что следила за уборкой, за огородом, за готовкой и так далее. Поэтому делайте свои карты, совершайте свои чудеса, совершайте свое волшебство, и пусть в вашей жизни в 2015 году и в следующих годах произойдет масса очень интересных волшебных изменений, о которых вы будете просто удивлены, когда проанализируете уходящий год. Итак, вперед к новым достижениям!